ТИГИЛ теряет свои позиции в Ираке. Сейчас радикалы контролируют менее 7% иракской территории. Для сравнения, в период своей максимальной активности группировка владела 40% страны. То есть за 3 года террористы потеряли значительную ее часть. За это время иракской армии при помощи США и Турции удалось освободить от экстремистов все большие города страны. Но вот кроме Мосула, сейчас вооруженные силы Ирака борются с боевиками в западной части этого мегаполиса, а восточные кварталы уже полностью контролируют правительственные войска. По данным ООН, из-за боев из города бежали 350 тысяч человек. В настоящее время террористы ТИГИЛ контролируют чуть менее 30 тысяч квадратных километров территории Ирака, что составляет около 6,8% территории страны. Это почти в 6 раз меньше, чем 2-3 года назад.